Если, дорогие, вы обращали внимание на икону введения во храм Богородицы, вы обращали внимание, что почти всегда, практически всегда, где-то сбоку изображается сидящая маленькая девочка, которую кормит ангел. Он подает ей хлеб. Почему? Ну, потому что в предании сказано, что когда Пресвятая Богородица, она была приведена родителями к Иерусалимскому храму, она была там оставлена, и ее ангелы кормили хлебом. Ангелы. Причем ангелы так много приносили и пищу, говорят предания, что ту пищу, которая в Иерусалимском храме выдавали, она раздавала бедным, а сама питалась пищей ангельской. Но здесь даже важно не это предание, а важно, обратите внимание, что когда ангел приносит ей пищу, он приносит ей хлебушек с крестом. Это намек на просфору, намек на причастие. Еще до установления причастия Пресвятая Богородица как бы причащалась, об этом наши иконы говорят.